Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Dead by Daylight, с вами канал AlexPlay. В этой серии мы покупаем новый скин на Траппера. Вы посмотрите, какой же он крутой, у него в одном плече какой-то пропеллер въелся просто в плоть, с другого плеча большая ракушка. Мы видим, в глазу у него большой крючок, просто на какого-то кита, ребятки, предназначенный. И также мы видим топорик, да, это не топорик, даже это якорь, наверное. Ну что ж, давайте купим его и прокачаем до 25 левела. Надеюсь на ваши лайки и комментарии, погнали. Очень-очень круто смотрится, смотрите на это плечо просто, на эту ракушку большущую просто, офигеть, ну просто Настя, она охренительная, 6, она такая здоровая, ну а теперь выследим наших жертв и поймаем, сегодня, ну я постараюсь поймать всех, да я всегда стараюсь поймать всех, но у меня не всегда получается. Так, хорошее, наверное, место, да, будет, возможно. Поставим, в общем, здесь капкан. Возможно, кто-то попадется. Давайте здесь. Могу я по два капкана таскать. Так, поэтому будем набирать, будем ставить ловушки. Пригодится. Также, ребятки, если они попадутся в ловушку и пытаются сами выбраться, они, вероятнее всего, ну, точнее, 100% они травмируются. Не будут лежать на полу. Вот. Это такой аддон, вот этот фиолетовый такой слиток. Чего-то там, наверное, какого-то металла. Ну что ж, ребятушки, как вам мой костюмчик, а? Не сильно вас напугает? Может быть, им будет интересно посмотреть на него, да? Может, они ко мне поближе подойдут, чтобы разглядеть. Ну, это, кстати, хорошая идея. Пускай подойдут поближе, посмотрят на мой костюмчик классный. И я старался. О! Нет, не попался. Не попался. Он обезвредил ловушку. Но, по крайней мере, мы знаем, что там кто-то должен быть. Пойдем проверим. Пойдем-ка проверим-ка. Кто тут у нас? Никого. Блин, вот сволочь. Обезвредил мой капкан. Слишком на видном месте он у меня стоял. Надо куда-то в кусты стараться ставить, да? Тогда... Или под окнами. Тогда, возможно, будет попадаться. Они любят вокруг камня вбегать, вокруг каких-нибудь зданий, можно там ставить. Блин! Завели. Кто тут у нас? Ты думал, что я тебя не вижу? Ну смотри, какая. Почему они так... Они же видят, что я сзади был. Ну ладно, так, подберем. Пускай бежит. Одна ранена пока что. Надо кого-нибудь поймать. Да чтоб тебе... Она это специально делает? А, она прыгнула через окно. Ну вот тут, кстати, нужно поставить ловушечку. Боже мой, там опять обезвредили. Ах ты ж, ждала, просто ждала меня. Ну, паразитка какая. Ну, бежала, смотрите. В принципе, мы можем догнать ее. Кто-то попался, да, ребят, попался в ловушку. Вон, можно видеть, вон она уже лежит, упала. А вон еще одна, смотрите. Двое уже лежат. Отлично. Ну, вот это улов, я понимаю. Я хороший охотник. Никогда бы не подумал. Так, вот. На первая моя жертва. И где вторая? Подожди. Тут кто-то явно есть. Давайте-ка повредим генератор. Так. Пойдем искать вторую жертву. Иначе ее сейчас поднимут. Где-то здесь, да, по-моему, она была? Слышу? Блин, это спасли одну. Ладно. Тут где-то одна лежачая должна быть. Так, так, так. Я услышу. Где-то здесь она. Вот она. Вот она, милашка. На тот же круг, наверное, повешаем. Надеюсь, они ничем не болеют. Так, давай. Все окей будет. Вот так вот. Тебе удобно? Хотя мне пофиг. Виси.
Так, одна, значит, раненая. У меня, в принципе, есть перк. Видящий лечащихся выживших. Блин, спасли. А пускай спасают. Наша задача какая? Проверять генераторы. Да, следить за генераторами. Нужно обязательно делать обход. Вот. Вот обход делайте, подбивайте генераторы. Не дайте им никакие шансы. Шансов. Вот тут можно поставить много кустов. В принципе, они могут и не заметить. Так, делаем... Что такое-то? А, тут два генератора уже пытаются починить. Возможно, они сюда вернутся. Это нужно учитывать. Пока что сложно понять, кто на чьей стороне преимущество. Но, блин, мне бы хотя бы одну убить. С тремя намного проще уже. Туннелить я в последнее время не туннелю, не кемперю, потому что я же снимаю для вас, вы этого не любите, поэтому я этого стараюсь не делать. Иди сюда. Только в крайнем случае, если прям, да, здесь есть такие наглые. Ах ты ж, смотрите, зараза. Ну, иди сюда, блондиночка. Да чтоб тебя! Камень помешал. Так. Ну-ка, по хребтине. Ой! Ой, это больно было, наверное, да? Я думаю, да. Ах ты ж, блин! Тоже дерешься, да? Молодец, сопротивляешь. Но тот генератор починили, который я говорил. Да, я так и знал. Сейчас вторым займусь. Что там такое? О, попал! Подожди, а, нет. Она обезвредила ловушку. Иди сюда. Иди по хребтине тебе. Получай. Беги, беги, беги. Ага, не убежишь далеко. Ах ты хитрая какая, лиса. Оп, слышу. Блин, не успел. Да что ты будешь делать-то, блин? Ё-моё. Триггератор уже починили. Плохо. Вот сейчас плохо. Сейчас можно определенно сказать, что у нас хреново все. Нам нужно срочно кого-нибудь поймать. Да хватит хныкать. Сдавайся. Сдавайся. Молодец какая. Послушная девочка. Так, надо повешать тебя. Куда бы тебя повешать-то? Далековато, ну, блин, я думаю, должен донести, наверное, а может нет. Там капкан. А, но он не рядом с крюком, нормально. Это она дергается, может мне прямо на капкан. На капкан мне может подставить. Там никого нету. А, нет, смотрите, заводит, заводит. Да, начали заводить, смотрите. Это тоже один раз висело, да? Каждый по разу повисел уже. Ну ладно. Нужно искать остальных. Ну, вот это тоже подберем. Так. Очень много времени трачу, конечно, на капканы. Вот, видите. А, ну, блин, ну ты сама ко мне бежишь. Ты сама же подбежал, ну зачем? Ты же знала, что я здесь. Ты специально хочешь, чтобы... А, подожди, Мементо Мори. Блин! Я бы мог сделать Мементо Мори, а я ее поднял. Твою ж мать, это большая ошибка была. Зачем я это сделал? Вот почему она на меня побежала. Она хотела решающий удар использовать. Я думаю, что она на меня бежит-то? Я еще лох, блин. Она на меня же побежала. Я мог Мементо Мори ее убить. Охренеть. Это грубая, конечно, ошибка моя. Так бы уже их трое было. Вот это я лоханулся. Я ее хотел сбросить и сделать Мементо. А у нее решающий удар. Смотрите, какая хитрая. Еще один починил. Ну все, блин, ну это слив. Два генератора вот, в принципе, рядом, а третий далековато. Я не успею все проконтролировать. Так. Двое раненых. Третий далеко, блин. Что будем делать? Давайте посмотрим. Сначала к тому сходим. Надо убедиться, что тут никого нету. Будем поглядывать, да? Так, ну-ка, вот это можно забрать. Отлично. И возвращаемся назад. Тут пока ничего, значит, будут вот эти два чинить. Генератора. Блин, ну это последний шанс. Ну как я мог лохануться? Ё-моё, у меня же было Мементо Мори зеленое. То есть я мог одного убить. Надо по-любому сейчас убивать кого-нибудь. Решающий удар. А я такой думаю, что она такая глупая бежит прямо на меня? Так она это специально и хотела, чтобы я ее ударил. Время выиграть. Блондиночка вон, смотрите. Ну иди сюда, красотка. Ать! Блин.
Так это прям не фартовая блондинка. Я как за тобой не бегаю, что не так получается у меня. Не по-моему. Ребята, выходите. Да блин, ну это слита катка. А, их четверо, три генератора. Я не смогу все проконтролировать. Ну вон уже заводит. Заводит, заводит, заводит. Иди сюда. Ах ты ж, зараза такая. Блин, пока я с тобой буду гоняться, починит же генератор. Починит же. А, она раненая. Да, она раненая. Найс, отлично. Ну все, ребят. Мементо тебе точно. Сейчас применим. Иди сюда, хорошая. Вот так вот. Зафиксировали. Оп, 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 оп. Отлично. После такого еще никто не выживал. За убийство плюс 1000 мне дали. За момента моря. Ну все, завели, ребята. Так, подожди, у меня есть... У меня перк есть. Я с одного удара их смогу убить. Ну давайте хотя бы парочку, может, заберем. Может, одного. Вот, раз. Так. Ну-ка, раз. Вон, а вторая вижу. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Отлично. Ребята, отлично. И осталась одна. Давайте сейчас, если мы ее поймаем, то все, ребят. Нам только выследить нужно. Выследить. Надо, чтобы она высунулась. Кровь. Я вижу кровь здесь. Подожди-ка. Тут нет, нет. Тут, по-моему, нет. Ну-ка. Я же видел тут кровь. Может, это от нее? Нет? Да, блин. Ладно, короче. Давайте повешаем сейчас. Сразу к ней подойдем. Поближе, да? Чтобы все проконтролировать. Ну, короче, минус 3, ребят, возможно, будет. Посмотрим. Если она убежит, конечно, будет минус 3. Но она может все-таки пойти спасать их. И это мой шанс. Надо вот это сейчас повешать. Есть рядом крюк? Ну-ка. Вон она, смотрите, вон она бежит. Бежит спасать. Попалась! Она попалась, мой капкан. Офигеть, ребята. Ну, походу, это минус 3 точно будет. Если решающий удар у них. Решающий удар, конечно, не будет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, сейчас вот интересно, прям концовочка, прям эпик, ребят. Все самое интересное только вам. Все самое лучшее и классное. Надеюсь на лайки и комментарии. Это было эпично и круто. Три было выживших, у них были все шансы сбежать. Ну, боже мой, ну как можно было так лохануться? И последняя просто побежала, зачем? Рановато она побежала. Так где она, блин? Последняя здесь была. Она сейчас еще через люк уползет. Не, у нее, конечно, может быть, мог бы быть решающий удар. Сейчас-то точно уже нету. Он уже прошел. Сколько? 40 секунд дается. Минус один. Слушай, ну... А, подожди, она... Может быть, она пошла... Давайте люк закроем на всякий случай. Давайте к люку, наверное, надо пойти. Люк где-то вот в этой стороне был. Я вот не помню. Где-то здесь. На возвышенности, на пригорке. Так, где этот гребаный пригорок? Нет, нам не туда. Немножко сюда. Да-да-да, вот он. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А вот и люк. И она рядом, она клюк, она знала, где люк, и к нему поползла. Смотрите, какая. Блин, ну как так, ребята? Ну вы сами лоханулись, тут уж ничего не поделаешь. И меня, конечно же, ребят, спас перк. Погибель, да, вот это, с черепами. Вот 6 черепов, видите, внизу самом. Это погибель, неплохой перк, особенно для новичков, да, если у вас все плохо идет. Ах ты ж, блин, сразу укусила. Если у вас все плохо идет, он может вам не то что спасти игру, хотя бы несколько забрать. Он может всю игру просто перевернуть, как вы видите. Но теперь-то понятно, куда она убежит. Люк закрыт. У них, конечно, мог бы быть теоретический ключик, но навряд ли. Прощай, прощай. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, это, конечно, обидно было. Но тут все равно сами виноваты, они расслабились. Как всегда, ребятки. Нельзя расслабляться ни на минуточку, ни на секундочку. Нельзя расслабляться в этой игре. Потому что в самый неподходящий момент все может просто перевернуться сверх на голову, да? Все кардинально может измениться. Вроде бы я всю катку, по идее, проигрывал, да? Мне всю катка не шла. А в конце вот как получилось. Без перка, конечно, бы я максимум одного поймал, наверное.
Потому что, ну, их надо было 6 раз, по сути, ударить. Плюс они бы спасали друг друга. А так? Ну, это было идеально. Новый скин, ребят. Всех поймали. Все для вас. Надеюсь на лайки, на комментарии, ребят. Не забывайте, что мой канал называет... Ну, его легко найти. AlexPlay просто можете набрать. AlexPlay. Можете у Алисы спросить. Кто-то скажет, спросите, кто такой AlexPlay у Алисы. И она вам скажет, кто это. Она вам покажет мой канал. Она знает, мы с ней хорошо ладим. Моя ошибка была сверхчеловеческой тупости. Ладно, не вини себя, бро. Я просто хорошо постарался. Ты не виноват. Не, нормально такие ранги 9-11, в принципе. Ну, уже хорошие. 13-14 среднячок, но 9-11 видно, что это уже хорошие игроки. В общем, спасибо за просмотр. Всем пока-пока, ребят. Увидимся.